Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет укладка без утюжка. Я покажу, как быстро и легко я укладываю свои волосы, выравниваю их. Всегда это, в принципе, работает. Я думаю, что так сможет каждый. Я даже покажу сейчас, что у меня не все идеально с укладочными приспособами. Но, в общем, то есть в любых условиях вы сможете выровнять себе волосы. Я сейчас вышла только из душа. Сразу покажу, чем я ухаживаю за своими волосами, потому что очень часто мне пишут: «Селена, что у тебя за уход за волосами? Они так блестят там и так далее». В принципе, у меня сами неплохие волосы. Сколько я их уже травила и мучила, они у меня остаются все равно хорошими. Сейчас я помыла волосы шампунью и бальзам, который убирает желтизну от Estelle в синей такой упаковке. Вот. А также после мытья я всегда, когда помою голову, я всегда одеваю полотенце и хожу какое-то время, мне вот даже час было бы замечательно походить, чтобы все хорошо впиталось, и я отдохнула после мытья головы, потому что не знаю почему, но я очень сильно устаю, когда мою голову. Ай, интересно, многие так? И одна я устаю от этого. После того, как я помыла голову, после того, как прошел час, я с ней походила, я обязательно сбрызгиваю все спреем. У меня до этого был Faberlic. Сейчас я купила свой любимый Dove, и нравится он мне тем, что это для легкого расчесывания волос, также вот там восстановление интенсивное, кончики не секутся, и не надо смывать, что самое главное, и запах. Я уже говорила, что однажды подарила мне подружка такой, и после этого я вот его помню, и ничего лучше я еще не находила. Все меня не удовлетворяет. Я сбрызгиваю свои локоны, вот так разделяю на две части их, как следует. Я не жалею никогда спрея, не экономлю на себе. Но, опять же, не так много делаю, чтобы не утяжелять волосы. Потом все назад. Еще. И отдельно на кончике. Благодаря этому спрею волосы действительно хорошо и легко расчесываются. Ла-ла-ла-ла. Где наши расчески? Дыня тут помогает маме, как всегда. Я предпочитаю расчесывать мокрые волосы. Раньше я этого не делала, когда была маленькая. Мне говорили... Ну и вообще, мои волосы нельзя было расчесать. И вот такими всеми средствами я не пользовалась. Сейчас же я пользуюсь всеми этими средствами, поэтому я предпочитаю расчесать волосы перед тем, как их сушить. Я не делаю это так, что прям прочес конкретный такой. Я просто мягенько их расчесываю для того, чтобы не было запутанности. И благодаря средству, да, все это легко прочесывается. Все, я легко их причесала, теперь я включаю фен. Фен у меня вот такой вот, Polaris. Я покупала 2000 вольт, достаточно, в принципе, для домашнего использования. И единственное, что мой малыш потерял вот эту вот классную штуку, которой я вытягивала волосы. Но я вам покажу, как можно и так вытягивать волосы прекрасно. Поэтому включаем, и для начала мы просто просушим волосы. Просушиваю волосы, я всегда фен держу сверху вниз, для того, чтобы во время сушки волосы не торчали в разные стороны, потому что все равно поток воздуха направляется на волосы, и они уже фиксируются. Поэтому я всегда держу фен сверху вниз, для того, чтобы мои волосы и все всякие там чешуйки сразу укладывались вниз. После того, как я немного высушила свои волосы, я беру Гаренье Фрутис масло для кончиков волос. Я предпочитаю, конечно, Шварцкоф, но надо это выпользовать уже. Делаю всего лишь два или один можно клик. Очень бюджетное масло, на самом деле, оно стоит 300 с чем-то рублей. Или нет, оно не стоит 300, оно стоит 169 рублей. И его очень надолго хватает. Я вот так распределяю по рукам все это, и прям вот кончики на более-менее высушенные волосы я делаю. Но только кончики. Масло мне это нравится тем, что когда его даже на сухие волосы сделать, ну, на такие влажные немножечко, и потом посушить все это, то они, ну, не такие, не становятся жирными, как если бы это сделать обычным маслом каким-то. То есть это такое специальное масло, которое не оставляет жирности волос за собой. И без него не обходится ни одно мое мытье головы. Без масла и спрея. Все. Теперь немного расчесать кончики, чтобы масло еще лучше распределилось.
и продолжаем сушить. Для того, чтобы на голове сохранился объем, я переворачиваю голову вверх ногами и фен направляю точно так же, с корней вниз, только для того, чтобы был объемчик. Теперь наши волосы, теперь наши волосы наполовину уже сухие, и мы можем приступать к выравниванию. Для начала самый простой способ, нам понадобится круглая расческа. Я буду использовать вот такую круглую браш, она мне очень нравится, она у меня уже 300 лет в обед, и она качественная. Я уже не помню фирму, которую покупала, Оливия Гарден написано, в общем, она неубиваемая эта расческа, турмалин браш. И первое, что я делаю, это просто я беру лук, какой-то не обязательно большой, расчесываю его и направляю поток воздуха опять же сверху вниз. Раньше, когда у меня была здесь такая штука, я прям плотно прижимала все это. Но так как у меня это потерялось, я теперь просто делаю это немножко на расстоянии. Как вы видите, мой локон вытянулся. Даже когда у меня нет этой круглой расчески, я могу это делать с помощью обычной расчески. Я вам покажу, как я это делаю. Берем прядку, точно так же расчесываем, ставим вот так вот ее. И все те же самые манипуляции. Как видите, наш локон прямой. Для того, чтобы сохранить более-менее объем у корней нашей головы, я использую только переворачивание головы. И, в принципе, меня это устраивает. Если мне нужен более большой объем, то я использую гофре. Кстати, скоро хочу сделать видео всю голову в гофре и покажу вам еще один из способов супер простой укладки за 3 минуты, и вы будете уже красоткой. Итак, я одну сторону вообще вытяну сейчас на браш, а вторую сторону вытяну на обычную расческу, и вы посмотрите, есть ли разница. И, кстати, я беру не всегда все по локонам, то есть я вытянула вот эти передние пряди, остальные пряди я просто вот так вот подвожу расческу под волосы, и все, и начинаю направлять воздух. Одна сторона готова. Теперь вторая. Вот я выровняла вторую сторону волос. И также потом я переворачиваю волосы и еще провожу тоже расческой, и сверху вниз это тоже все укладываю в расческу. В общем, я немного показала, как я это делаю с перевернутой головой, но суть вы поняли. Потом я все расчесываю, и вот что у нас получается. Вот что у нас получилось, вот такая красота, и как вы видите, я делаю это очень просто, без утюжков, фен и любая расческа, и даже неполноценный фен. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео было полезным и интересным, попробуйте все эти способы. На самом деле, все это удобнее делать расческой браш круглой, поэтому если вы планируете так выравнивать волосы постоянно, то я
рекомендую вам ее приобрести обязательно, как можно больше. Ну, среднюю. Ну, не мелкую, в общем, это к тому. И еще мне кажется, что таким способом волосы менее травмируются, нежели если бы мы вытягивали все это утюжком. Еще удобство в том, что это можно сделать быстро, все равно вы будете сушить волосы, просто их нужно правильно сушить. А утюжком, когда выравнивается, это все равно нужно высушить волосы, они должны быть супер-мега сухие, то есть как следует их нужно высушить, и потом брать тоненькие прядки, и каждую выравнивать. То есть это травмируется волос намного сильнее, и плюс занимает времени намного больше. Все, мои хорошие, я была с вами рада провести время и выровнять свои волосики, а сейчас с вами прощаюсь, до следующего видео, пока-пока!